Смотрим дальше, комментируем. Да, я, наверное, когда все повылетают на прогрузке игры, или как минимум серый тюлень в очередной раз вылетит. Ох, Слар, очень сильный пик, безумно просто сильный пик. Я не знаю, что нужно Тимьяса. Вот эти три героя, они уже могут выиграть практически любую катку. Я не знаю, ну, я знаю, кем примерно наши игроки играют, и я не вижу там никаких героев, которые могли бы что-то противопоставить Сларку, Аксу и Варлоку. Вот даже хотя бы на этом уровне. И, возможно, это будет еще один разрыв, еще один раскат. И пошло дополнительное время для сил света, команды мяса. Напоминаю, что команда мяса — это команда от нашего интернет-магазина. Там разные люди, включая администраторов сообщества, модераторов и там сисадминов, например. Вот. У нас, на самом деле, в организации много людей работает, и многие из них играют или играли в Доту. Да, да, я ждал этого две игры, мать его. Это Тимберсов. Тимберсов — это, блин, сигнатурка нашего хардлайнера. И сейчас будет мясо. Вот просто зайдет Тимберсов, я уверен. Я этого ждал. Это прекрасно. Наконец-то я дождался. Вот его надо было еще в прошлой катке пикать. Но почему-то нет, почему-то не было Тимберсова. Осталось 5 секунд. Ну... Да, и прошу простить мой английский, я, типа, ну, вообще не умею в английский, в English, вот. Хотя у меня есть друг, которого зовут англичанин, передаю ему привет, если он смотрит этот стрим. И так. Пикают Fallen Ghosts. Да, вот, конечно, неудобно, что стрим запаздывает, потому что я вот, типа, сделал анонсы, когда матч фактически закончился. А на самом деле матч-то не закончился, люди заходят на стрим, видят, что матч заканчивается, и решают, что это последняя игра. Надо как-то это будет продумать в следующий раз. Но. Ливон. Угу. Любопытно. Ну, окей. Владимир. Крапивка. ФГ гораздо сильнее. Видно же, что по фану пикнули фастпуш. Окей, ну если ФГ гораздо сильнее, то третья карта будет так же изи, как и вторая. Ждем, чем это закончится. Ждем, смотрим. Возможно, Тимьяса есть что удивить. Хотя, мне кажется, команде, которая пикает из раза в раз одни и те же сигнатурки, удивить будет сложно. Ну что ж, Винга это очередная из сигнатурок. Пики не видно же. Ребят, ну, это проблема с задержек. А, да, я забыл убрать заставку. Пардон, ребята. Вот это говно. Я извиняюсь, безумно извиняюсь. Вот все, пики. Осталось 10 секунд. Извини, Чак, пожалуйста, не надо разламывать планету, я тебя молю, просто не надо, все хорошо, я поставил пики обратно. А, блин, и вот я сейчас тупо комментировал Рошекран, я дико извиняюсь, ребят, ну вот такой я стример, вот, типа, можно говорить, я повторюсь, я никогда ничего не стримил, ну... Ладно, я вру, я стримил лол, это было года 3 назад уже, и это было давно и неправда, вот. Но в лоле я стримил не через OBS, я стримил через... Я даже забыл, как эта программа называлась, но она была намного удобнее в плане управления экранами, а тут надо все табать, выставлять сцены, сложно. Поэтому вы увидите только последних пиков. Сейчас бы топить за мусоричей. Пойду шапика смотреть. Ну, окей, смотри шапика, чувак. Что я тебе могу еще сказать? Это же Котов, шапик. Без разницы. Ждем. Пятый пик. На данный момент пик у Тим Мяса сбалансированно жирный, но я не вижу того, кто мог бы наносить критический урон. Нужен сильный керри. Безумно нужен сильный керри. Желательно с контролем. Желательно так, чтобы мог развалить Сларка. Возможно, вот мне кажется, Мартра бы зашла. Хотя, опять же, спорно, очень спорно. Возможно, это был бы рейндж керри какой-нибудь вроде таксы, который мог бы давать сало из инвиза. Кто знает. Но на самом деле, тракса это было бы
хорошим решением. Сало, инвиз, быстрое перемещение, большой урон, буст от винги. Неожиданно, честно скажу, неожиданно. И Магнус. Магнус дирижер. Ну, дирижер уже доказал, что он отличный мидер. Вот давайте посмотрим в его исполнении еще и Магнуса. Акустик бой, серый тюлень. Да, да, игроки вылетели. Это значит, что я пойду и сделаю себе кофе. Я ставлю себе плашку. Вы теперь видите все наши классные плашки. Приятного просмотра, а я пошел делать кофе. Я вернусь через 3 минуты. Да, я снова с вами, ребят. Да не, плашку я убирать не буду. Не. Почему не видно пикбан сейчас? Итак, да, у нас уже началась игра. Я вернулся, я налил себе кофе. Ребята меня не стали ждать, потому что серый тюлень переподключился. Стрела от Мираны, стрела мимо. Тим мясо. Просрали свой шанс на ФБ. Ужасно. Нет, плашку я не уберу, потому что мне платят деньги за то, что я ставлю мерзкие плашки. Такие дела. Да, смотрим. Да, в стандартном месте. В стандартном месте у нас вард. Тим мясо ничего с этим не делают, хотя в прошлой катке они начали хорошо. Еще один вард от Акса, чтобы не спаунились, не было возможности делать отводы. Да, 5 минут задержка — это сильно, никто не спорит. Но что поделать. Чтобы не палить варды. Что у нас с Ларк? Сларк с классной шкуркой. Ну что ж, смотрим. Мирана Огр против Сларка с Леоном. Леон обходит, возможно, сейчас будет мясо. Или ФБ, ну, крайней мере. Так, Тимбер. Тимбер, Акс на фрифарме. Летит Варлок. Летит Варлок, сейчас будет... Нет, ничего не будет, Мирана отходит. Смотрим, что у нас. ДКшник. ДКшник с Магнусом бодаются. ДК пока впереди по опыту в минуту, по нетворсу. А по нетворсу Магнус. Вот такие вот дела, ребята. ДКшник пытается догонять. ДКшник пытается догонять. Окей. Смотрим, что тут у нас. Тут у нас прям замес глобальный. Глобальный замес 3 на 3 на топ-лейне. Внизу остались Тимбер, Соу и Акс. Акс второго уровня, Тимбер первого уровня. Непонятно. Винга тыкает. Нет, все. Все отходят. Варлок первого уровня. Он начал не с бонцов. Ну, в принципе, это понятное решение. Да, я скажу, что я, блин, без приключений себе кофе налить не смог. Облился.
Классно. Но зато мне теплее, у меня есть кофе со сливками. Так, Мирана фармит, Мирана фармит. ДК, ДК. Так, ДК уверенно пока доминирует над Магнусом. Хотя Магнус перефармливает ДКшника. Но ДК пушит, не знаю, зачем он это делает. И общий опыт у него выше. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как тяжело. Как тяжело Савелию. Хотя он сравнялся по уровню и выхилился. И он фармит. Он фармит. Смотрим, что. Акс перефармливает его на 200 голды. Не слишком хорошая статистика. Мы, в принципе, видим ту же статистику, которую видели в прошлой игре. У нас Пувис занимает второе место. У нас... Да, нет, ДК выходит на первую позицию по общей ценности. Вот это поворот. Смотрим, смотрим. Леон, Леон сосет ману из крипа. Мирана дает стан. Но нет, нет. Тут трипла против даблы. Хотя нет, Венга возвращается, Венга прилетела. Венга. Венга это одна из сигнатурок нашего гермайора. Будем ждать интересной игры. Будем смотреть. Пока все очень нечетко, очень неясно. Хотя мы видим ту же тенденцию, которая была в прошлый раз. Акс. Я думаю, ими играют те же люди, как бы. Там, первая, третья, четвертая позиция по фарму. Ну. Я не знаю, рано еще что-то говорить. Мы пока просто смотрим, как ребята фармят. Акс зашел. Акс получил в лицо пилой. Акс ушел. Акс зашел, Акс ушел. Быстро это происходит. Смотрим. Венга. Венга зачем-то фармит. Пытается, точнее. Непонятно мне. Венга отхватила бонцами. Я бы на месте Венги пытался денайть того крипа, который с бонцами. Окей, окей, окей. Венга. Ну, Венга. Венга получила. Венга ощутимо получила за счет бонцов. В этом и коварство Варлока на самом-то деле. То есть бонцы это очень сильное заклинание, которое, например, даже не сбрасывается даркпактом Сларка. Ну, то есть бонцы над Сларком светиться не будут, но в домах-то будет входить. И вот этим очень хорош Варлок. Варлок не контрится. Сейчас Магнус пойдет и возьмет дабл дэмэдж. Это не слишком хорошо. ДК с полным ботлом продолжает фармить. ДК отстал на 300 голды от Магнуса. Смотрим, что по опыту у нас. По опыту у нас Акс выходит вперед. Ого, у нас хардлайнер выходит вперед. Ну, не зря сигнатурка, не зря. Не зря сигнатурка. ДК сбавляет обороты. Итак, по опыту у нас лидируют первые две позиции, занимают Fallen Ghosts. Но, затем уверенно идут 4. 4 человека из Team Мяса. В том числе у Сларка довольно низкий уровень. У Сларка довольно низкий уровень. Почему? Потому что он стоит в трипле. Оно и не удивительно. Так что тут скорее важнее голда. А с голдой у Сларка все в порядке. Все в порядке с голдой у Сларка. Сларк уверенно чувствует себя на линии. Трипла ему помогает. Все хорошо у Сларка. Сларку делают отводы. Или не делают сейчас. А где они тогда были? Немножко непонятно. Ну нет, я не вижу здесь отводов на самом деле. Ну, дерутся ребята. Магнус. Ой-ой-ой, ДК ультит. ДК ультит. ДК пытается догнать Магнуса, не догоняет. Что тут у нас на боте? Тимбер уже 6 уровня. Акс 6 уровня. У Акса транквилы. У Тимбера. У Тимбера голда. Что ж, смотрим, смотрим, как поведут себя ребята. 14 лайкосиков от души, душевно в душу. Спасибо, спасибо. Мне приятно, что я делаю это не зря. То есть, да, даже если на людей мало, главное это положительный фидбэк, а не что-то. Возможно, в следующий раз мы сделаем лановый турнир, чтобы все было намного интереснее. Возможно, он будет по другой кибердисциплине, которая будет популярней. Хотя мне сложно представить в СНГ кибердисциплину более популярную, чем Dota 2. Лоу разве что, который с ней пытается тягаться. Что ж, Магнус забрал бутылку, забрал руну, руну богатства. Вот, идет Леон, идет на ганг. Леон выходит на ганг. Возможно, это минус Тимбер. Это минус Тимбер или это не минус Тимбер? Смотрим, смотрим, смотрим. Но тут сейчас что-то Акс отхватывает. Хотя Леон отлично зашел, все технично сделал. Все было хорошо у парней, но Акс не подрасчитал свои силы. Это сила Савелия. Просто сила Савелия. Так, теперь, возможно, парни поняли, что Сларку нужен левел. Леон ушел. Акс 7, Тимбер 7. Мирана 4 левела.
Акс 4-го левела, тут все в порядке. Магнус продолжает перефармливать Драгонкнайта. Это плохо. Магнус пошел фармить Нес. Магнус зафармил Нес. Магнус возвращается на линию. Как бы пришел, увидел, зафармил. Тактика простая, как 5 копеек, но тем не менее рабочая. Недавно, кстати, играл против парня, который решил на Фениксе за счет своего второго, если я не путаю. Но он тупо каждую минуту спаунил все 3 кемпа. И, блин, потом туда пришел химик, зафармил все это, и мы проиграли. Ну, вот такая вот веселая страта. Не знаю, где он ее подсмотрел. По-моему, на Dota VTF что-то такое было, если я ничего не путаю. Ну что ж, продолжаем смотреть. Возможно, это ганг. Да, Сларк пришел, Сларк хочет крови. Леон. Леон обходит, сейчас будет мясо. Все еще не прокачан Тимберчейн. Вот Тимберчейн не прокачан, это странно. Вот минус мана. Нет, много маны Леон отсосать не успел. Давайте посмотрим на каком... Да, у него на первом уровне всего лишь мана дрейн. Много маны отсосать он не успел. Так что пропушить как LGD не получится. А, жаль, жаль. Ну, ждем. Пауза. Драгонкнайт вылетел. Драгонкнайт, который отстает на 500 голды от Магнуса, от своего соперника. Если... А, у Мирана нет стрелы, нет стана, нет маны. Грустная история, грустная, грустно все у Тим Мяса. Хотя, в принципе, вот тут Мирана может зарешать. Мирана может зайти, и наш капитан наконец-то покажет свои зубы. Он сделает погоду. И мы наконец-то увидим его, именно сигнатурную Мирану, которой он так гордится. А, может и нет. Может и нет. Может Fallen Ghosts запушат. Но, опять же, я помню, в чате кто-то писал, что, типа, блять, вот, я извиняюсь за мат, что вот Тим Мяса не умеет играть, они играют намного хуже. Пока мы этого не видим. 8 минут игры прошло, и, в принципе, ну, я не вижу большого разрыва. То есть, ну, перевороты начнутся, какие-то там мувы сложные уже в тимфайтах. Уже в тимфайтах будет видно, что и как. Пока ребята просто фармят, идут плюс-минус ровно, никаких особых разрывов нет. Сларк фармит плохо. Сларк фармит плохо, и это видно. То есть, если бы там был бы Джиггернаут опять, возможно, все бы пошло куда бодрее. А пока нет. Пока мы ничего не видим. Пока ждем. Ждем игрока из Тим Мяса, ждем нашего мидера, который показал классно мипа, но не показал классно о Сторм Спирите. Ждем, ждем. Я пока выпью теплого кофейку. Да, кстати, может кто-то из тех, кто смотрел стримы раньше, ну вот что-то скажет по поводу качества звука. Все-таки новый микрофон, а ну, я-то сам слышу, что звук отличается, но любопытно вот для зрителей, слушателей, критично ли это, важно ли это, ну, слышно разницу вообще, что, может, можно было дальше говорить в микрофон на наушниках, и на это никто не обратил бы внимания. Skype, секунда. Да, видимо. Ну, у нас просто не все ребята играют сейчас из офиса, потому что это все-таки воскресенье, у всех есть дела. Я, например, с трудом сюда приехал. Да и погода не торт. Хочется остаться в своей сычевальне, сидеть как сыч, ничего не делать, унывать, грустить, слушать пост-рок, плакать, пить чай. Думайте о том, что хорошая погода когда-нибудь все-таки будет. Хотя для декабря погода довольно-таки неплохая. На самом-то деле, вот наступил декабрь, сразу снег повалил. Это было внезапно. Что же, смотрим. Варлок что-то показывает. А, возможно, Акс. Акс, Варлок, будет какая-то связка, будет что-то интересное. Да, вот, игра опять начинается. Вот, мои досужие потренделки закончились. Смотрим. Огр получает урон, но ему плевать, потому что у него 10 брони. Поэтому Огру плевать, Огр может терпеть урон, это то, о чем я говорил. Сларк пришел к персонажу, уровень которого в 2 раза выше, чем у него, и стоит сейчас с ним один на линии. Либо, если он гениально аккуратный Сларк, в чем я, наверное, сомневаюсь, это правильное решение. Ой-ой-ой-ой-ой. Успел. Чудеса реакции просто от Драгонкнайта, который успел дать. Пока РП не прожалось, успел дать стан. Это был промув. Это, блин, уровень.
Это ни хрена себе, какой уровень. Это было круто. CSGO, как же. Если ты говоришь по поводу того, что, типа, самое популярное CSGO, посмотри официальные статистики, чувак. Посмотри, сколько людей, короче, смотрит CSGO турниры и сколько смотрит Dota и эти самые LOL, там, например, и так далее. Ну и потом посмотри долю тех, кто смотрит из СНГ. И все станет предельно ясно. CSGO проигрывает просто в том плане, что она платная. Да, много кто играет с батиного компа, с батиного аккаунта, но нет. Надо платить. Возможно, это будет минус акс. Нет, это не будет минус акс, судя по всему. Хотя стрела на ход. Да, стрела на ход была. Не прилетел никто. А прилететь должен был Варлок, видимо. Тимбер убивает Леона. Мы пропустили этот замес. Да, Тимбер сейчас сделает минус 2 или не сделает минус 2. Смотрим. Так, Тимбер преследует. Нет, Тимбер решает ничего не делать. И все еще. Да, Тим Мясо продолжает топить. Они опережают Сларка, они опережают Окса, они опережают Варлока, они опережают Леона. Даже саппорты опережают Варлока и Леона. Очень хорошо идут ребята. Но дирижер дирижирует. Дирижер хорошо все делает, показывает, как надо играть на миду. Хорош парень, хорош. Ничего не скажешь. Минус вышка на топе, кстати. Минус вышка. Тим Мясо забрали вышку. Это о чем-то договорит. Возможно, это заявка на победу. Но только возможно. Пока еще ничего не понятно. И, к несчастью, блин, задержка очень усложняет общение в реальном времени. Очень сильно усложняется общение в реальном времени. Да, спасибо чуваку, который поставил 15-й лайкосик. Лайки — это бесценно. Ну, точнее, вам вот благодарочка от нашего видеооператора, который курирует наш YouTube-канал. Вот он вам очень благодарен. Он не зря делает свою работу в том числе. Вот, именно он помогал мне настраиваться. Поэтому, чувак, спасибо. Смотрим. Вот Fallen Ghosts поставили вард. Fallen Ghosts поставили вард на Роше. Ребята готовятся окапываться. Да, кура. Аккуратно Мясо получило тычку, но это не страшно. Сларк понял, что ни на одной из линий ему, короче, не повезет и ушел фармить лес. Но идут ребята из Тим Мяса наказывать. Поставили вард. Готовятся наказывать. Если сейчас будет стрела, будет все очень хорошо. Стрела на ход? Нет, стрелы на ход. На ход не будет. И подтягивается. Подтягивается Магнус. Напоминаю, Магнус еще не использовал РП. Магнус собрал эхосабер вместо блинка. Любопытно. Магнус надеется, судя по всему, на то, что ему придется стоять на линии долго и драться. На линии фармить, потому что иначе, если бы он надеялся на фаст-драки, он бы собрал себе вместо эхосабера блинк фастом. Что ж, Магнус пришел на мид, Акс бежит на топ, Тим Мясо это видят, возможно, сейчас будет врыв в Акса. Нет, врыва в Акса не будет, Огру пингует, чтобы он туда не ходил. Окей, возможно, немножко разлад в команде. Очень много вардов. Смотрим, возвращается на мид Тим Мясо, возможно, это будет пуш, возможно, это будет минус вторая вышка. И все еще спокойно, все так хорошо идет. Ровно 12-я минута, один килл всего. Все фармят, все топят в нейт. Это классно, я люблю такие игры. Неплохая стрела просветила. Врывается Акс, врывается Варлок. РПХ, воу, вот это тимфайт. Вот тут Fallen Ghosts показали, кто здесь батя. Просто разорвали. Ой-ой-ой, минус Тимбер, минус... Минус 4, при нулевых затратах. Вот, я только говорил, что игра будет спокойной. Нет, не будет игра спокойной. Fallen Ghosts показали зубы. Показали, как надо играть. Тим Мясо, ну что же вы так? Все очень плохо. Просто выпьем еще кофе по этому поводу. Мягкие французские булочки есть не буду, потому что их у меня нет. Смотрим дальше. Vengeful Spirit, 4-й уровень. Да, этот тимфайт перевернул. Да, ну, собственно, видим, где тимфайт. И Fallen Ghosts резко перевернули. Смотрим экспу, да, по экспе тоже перевернули. Какие вот дела. Давайте посмотрим, что там у нас по смертям.
202, 103, 103, 1100. Ну, такое. Добито. Лидирует Магнус. 113 крипов. Блин, сильный мидер. Умеет фармить. Все правильно делает. Просто лайк, парень. Это я. Я даже не знаю уровень какого ММР. Это я, наверное, до таких чисел считать еще не научился в своей-то школе. Но разрыв по уровню не сильно большой. Есть еще шансы. Хотя саппорты ушли на второй план после удачного тимфайта от Тим Мяса. Ну, смотрим опыт в минуту. Смотрим общую ценность. Да, картина перевернулась. Но это плохо на самом-то деле. То, что спокойно абсолютно Акс ходит, фармит лес у противника, вообще не запариваясь. А Тимбер бегает под вардами. Вот сейчас будет, возможно, махач небольшой. Нет, махача не будет. Просто разминулись ребята. Да, Магнус собрал блинк. Все хорошо. Ну, он и до этого его собирал. Ну, просто акцентируем внимание на то, о чем я говорил. Эхо Сабер помогает фармить. Все хорошо. То есть одна драка, которая переворачивает игру. Сларк фармит 9 уровень. Давайте еще раз посмотрим, что там у нас по текущему золоту. Ой, замес. Где замес? Тимбер выжил. Но было очень опасно. Очень все-таки хорошо подтягиваются ребята. Так, общая ценность 8к. Магнус на 2000 лидирует. 2000 это, считайте, блинк дагер. Хорошо идет парень. Хорошо. Еще раз смотрим статистику по добитым. Даже Сларк. Сларк начал наверстывать. Это, блин, хорошо. Да. Минус 3 вышки. Но мы такое уже видели в первой игре. И Fallen Ghost тогда проиграли. А сейчас мы видим то же самое со стороны Тим Мяса. У Сларка появился Shadow Blade. Это хорошо, потому что Shadow Blade это, блин, core item на Сларка. Я не понимаю тех людей, которые не собирают на Сларка Shadow Blade. Это, наверное, какие-то болезни. Смотрим. Магнус бегает, фармит как батя. Бегай, фарми. Что еще нужно для того, чтобы быть хорошим мидером? Ой-ой-ой, ДК, ты не туда зашел, парень. Зачем? Уходи оттуда. ДК, просто втроем. Оп, замес. Минус Неон. Нет, не минус Неон. Минус Неон, конечно, но, блин, минус ДК, судя по всему. Отличный тимберчейн. Ульт. Ну, отлично сыграно. Минус Неон. Хорошая. Хорошо сыграно. Топ игроки нашей тимы решают. Сларк притянул. Сларк ультанул. Минус ДК. Будет минус ДК или не будет? Нет, не будет минус ДК. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сдирижировал парень. РПХ отличная. Но. Савелий. Савелий играет, Савелий хорош. Минус 3. Минус 4. Офигеть, минус 4. Минус 4 за двоих проданы. Безумие. А в очередь... Минус 5. Сейчас будет минус 5. Ой-ой-ой-ой. Прощай, Венга, прощай. Неплохой манс, кстати. Но нет, этого недостаточно. Минус 5 поделили между собой основные керри вражеской тимы. Это Магнус и Сларк. Ну что, мясо go home, пора. Варды стоят, их никто не двардит. Один вард на карте у Тим Мяса. Все очень плохо. Такое чувство, что я просто смотрю запись Fallen Ghost Тим Мяса первой катки. Почему стрим отпал? Стрим не отпал. Я не знаю, что с ним случилось, но стрим не отпал. Я здесь, я стримлю, все, запись идет, трансляция идет. Я проверю. Так, Тимбер собрал Бладстоун. У него счет 4-2. В принципе, если он будет тащить и божить, то никаких проблем. Если он не будет тащить и божить, проблемы будут. Иллюзии Акса ходят и фармят. Все в команде Fallen Ghosts не ходят и не фармят в команде мяса. Потому что 91, 66, 63 против 154, 111 и 101.
Это уже все. Это говорит о том, что что-то пошло не так. Сларк, который вначале был загнобнен, и это действительно было правильно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, минус винга. Минус винга, минус винга. Я даже ничего не буду говорить по этому поводу, это просто минус. Можно было свапнуться с варлоком. Не знаю, может это ни на что не повлияло бы, но у винги не такой большой КД на ульте, и можно было бы свапнуться таки. Смотрим, смотрим, что делает Леон. Леон вардит, вардит, подготавливает под атаку все. Fallen Ghost почувствовали свое преимущество и уже готовятся пушить. Степан Курдюков. Да, она сейчас смотрит 10 человек всего. Не знаю почему. Возможно, какие-то технические трудности были. А возможно, потому что я в тот момент пошел себе сделать кофейку. Кто знает, кто знает. Смотрим дальше. ДК фармит на вардах. Ну, очень спорный пик ДК на самом-то деле. Ребята, вас видят, и никаких проблем, то есть все в вардах у Fallen Ghosts на средней линии карты, это именно, это хорошо, это уровень. Акс, Акс, который пушит, Акс, который собрал Blade Nail, собрал Blade Dagger, Сларк, это просто минус вышка на топе. И на самом-то деле, вот так вот Fallen Ghosts легко свели на нет преимущество тем мяса. Минус стрела, стрела не тело, стрела не долетела. Отличный блинк от Акса. Ульт от луны, непонятно зачем. Непонятно зачем сейчас был ульт от луны. Не было никаких замесов, не было каких-то позывов драться. Сейчас Сларк просто Shadow Blade уйдет и все. Ганем в троих, ганем в троих. Ну, если ганем минус, то это будет еще 100 бонусной голды. И это хорошо. 12к у Магнуса. 12к у Магнуса, мы видим тот как раз самый случай, когда мидер переворачивает игру. Мы видим то, что произошло в первой катке, когда медовый Мипа, хоть и, в общем-то, не слишком задоминировал СФа, но потом зарешал. И мы видим тот самый случай, когда... Когда в двух других случаях мид решил. Мидер — это все-таки опорная точка команды любой. Магнус продолжает фармить по КД эншентов. У него уже есть БКБ. Но вообще проблем с, каким, с какими-то внезапными станами от Dragon Knight не будет. А тут ребята все еще бегают рядом с големом Варлока. Что здесь происходит? Что это за безумие? Ой-ой-ой. Ну, смотрим, смотрим. Очень жаль, что... мясом не хотят показывать хорошую игру, не хотят показывать интересную игру. Но с другой стороны, если этим мясо сейчас вылетят, то мы сможем давать хорошую аналитику, качественный обзор турнира. Возможно, приведем побольше людей, чтобы посмотреть, как победители, которые классно играют, играют классно. Вот. Тавтология, конечно, оговорка, но зачем людям смотреть о том, как значительно превосходящая команда выигрывает у команды, которая слабо превосходит. Еще одна не слишком удачная стрела от Мирана. Не слишком удачная, потому что в молоко. Даже не близко. Смотрим дальше, смотрим, что происходит. Так, у нас замес. У нас сейчас будет замес под вардом. Я вот вижу, как Акс агрит, идет Магнус, сейчас будет врыв, РП в двоих, отлично. Минус, сразу минус Мирана. Минус Винга, минус Мирана. Минус Тимбер, Тимбер первый. Нет, Тимбер первый не прожал. Ну, там слишком много контроля. Нет. И Акс просто игнорируя, все бежит и разрывает. Минус парень с ником Пиписка. Это, кстати, один из наших продавцов. Вот, минус, это ужасно. Это ужасно. Абсолютное доминирование на карте Fallen Ghosts. Никаких двардов от Team Мяса. Хоть Team Мяса немножко реабилитированы в моих глазах тем, что понаставили вардов. Но они не двардят. Важно не только видеть противника, но и пытаться, чтобы не увидели вас. Вы не пытаетесь. Влетает Dragon Knight. И опять ганем. Ганем от Варлока. Варлок отлично играет. Все-таки, блин, дело было не в сигнатурках, а в скиле. Хем, блин, спорно. Мирана, 8 секунд до стрелы. Я думаю, да, наконец свап от Винги. Винга свапнула Леона. Но, блин, минус один.
не решает. 14 тысяч. Топчик вражеской команды опережает как минимум на 200, как максимум на, господи, 5 тысяч, 6 тысяч. Это ужасно. Просто. Давайте посмотрим графики. Может, ну, тут были попытки спада в полученном опыте, но чё-то не. И то же самое у нас по голде. По голде просто ужасно. Все. Магнус собрал инвиз. Магнус собрал инвиз, и это будет что-то. Что-то интересное. Тут попытка пропушить топ от Team Мяса. Ну, они просто горцуют вокруг вышки. К ним идет Акс. В принципе, Акс, если ворвется, может расшатать. Акс собирает, судя по всему, Crimson Guard. Да, Акс собирает Crimson Guard. Врыв. Врыв от Акса. Летит вся Тима. Это замес. Это замес. И даже не вспотели. Не вспотели ФГ. Хороший уход от Тимбера. Минус Акс. Нет, не будет минус Акса. Тимбер совершил самоубийство, не вернув к себе пилу. Это ужасно. Ну, минус Акса, конечно, сделали, но можно было сделать это раньше. И опять минус 3 за одного. Ой-ой-ой-ой. Вот сейчас смотрим, что делает Магнус. Станд Магнуса, мультикаст. Минус Огр. Минус Огр. Я думаю, это минус. Никто не будет сомневаться в том, что я говорю. Ну, это не решит проблему. Сейчас будет очередной блинк. Да, блинк, минус Огр. И руна богатства для победителей. Богоподобие. Вот что значит хороший мидер. Вот что значит правильная сборка, умение играть и фарм. Главное это фарм. Давайте посмотрим крипстат этого парня. Так, это опыт в минуту, текущее золото, общая ценность. Уровень добитом. Да, 206. 206 при крипстате в 105 у керри и 117 у мидера, 208 уже. Это о чем-то говорит. Просто парни перефармили. Парни умеют фармить, парни не умеют фармить. Парни, которые умеют фармить, побеждают. 9-19, не такой большой разрыв по счету, но насколько тяжело Team Мяса играть. Вот, ну, насколько они некомфортно себя чувствуют. Они чувствуют себя не в своей тарелке. Вот опять. У нас минус. У нас, да, это минус. Минус Тимбер. Тимбер, что же ты там делал? И вот мы опять видим повторяющуюся ситуацию, что, ну, варды есть у Мяса. А все, поздно. Сейчас уже варды не решают. Вот у Fallen Ghost вардов нет. И они прекрасно контролят карту. Они просто бегают на мобильности. Разрывают. Минус ДК, минус мидер. Все. Ульта такса. Разрублено. Топор в лицо, все дела. Да, Fallen Ghost показывает уровень. Показывает уровень. Не знаю, может они решили в первой катке специально поддаться и мясо. Кто знает. Может они думают, что мы как-то их продвинем по сетке. За то, что не разорвали нам лицо два раза. И вот ошибка от Тимбера. Ошибка от Тимбера. Его счет с 4-2 стал 5-5. И Bloodstone в этом случае собирать вообще не следовало. Ну, не зашло бы. Неправильный прогноз, неправильная сборка, как следствие, и все. Я, кстати, удивлен, на самом деле, что они не берут еще Роша. Ну вот, кстати, с сканером зацепили, увидели. Тимбер может опять умереть. Тимбер может опять умереть, потому что в него идут Сларк и Магнус. Тимбер, ну зачем ты туда идешь? Ну, снова здорово. Все, минус Тимбер. Минус Тимбер, никаких проблем. Зачем? Зачем? Непонятно. Непонятно. Смотрим. Саппорты формят там что-то, друг другу помогают. Минус еще одна вышка у мяса. Прогнозируемо. А тем временем Магнус уже собирает шилу. И, ну, Team Мяса нет шансов. Я не знаю, будут ли еще какие-то фраги до конца боя. Crimson Guard. Акс заходит. Акс собирается кушать. Есть вард на ХГ. Отличный стан от Огра. Отличный просто. Но Акс зашел просто, чтобы отвлечь внимание. Нет, стрела не зашла. Стрела не зашла, Мирана. Досты, досты, замечательные досты от Леона. Блин, покрыл пол команды. Минус Мирана. Отличный ганем от Варлока. Ой-ой-ой, какой РП, какой РП. Блин, дирижер, я твой фанат, серьезно. Отлично играешь. Вот, блин, тащишь.
Если бы тебя не было, я не знаю, какие были бы шансы у Fallen Ghosts, но ты батя. Однозначно батя. Бараки. Бараки падают у Team Mesa. Все очень плохо. Team Mesa, go home. Это была сложная катка. Для Team Mesa, конечно же, для Fallen Ghosts все было легко и закономерно. Что насчет... Кстати, во время стрима после 7 вы сможете послушать личные впечатления от игры, от одного из игроков. Если они меня, конечно, одного тут в офисе не закроют, чтобы я стримил игры, а сами пойдут с горя бухать. Вот. Но, шо попало? Шо попало? Давайте посмотрим на сборки. Винга, Хедрес, Рингов, Аквила. 29-я минута. Да, я понимаю, что все не зашло. Да, я понимаю, что это саппорт 5-й позиции, который нафармил, судя по всему. Нет, не меньше всего. Меньше всего нафармил Огр. Что у Огра? У Огра все еще хуже. Ни о каком форстафе не идет речи. Просто разваливают. Это унижение, абсолютная доминация. Я не знаю. Тимбер убегает, Тимбер уходит. Тимбер умеет играть. Еще один Тимберчейн. Да, он помогает. Ну, казалось бы, минимальный Тимберчейн, но помог. Возможно, не стоило собирать такие дорогостоящие итемы. Возможно, стоило бы собрать там какой-нибудь Blade Mail, что-то более практичное, как сделал Акс. Но нет. Нет и нет. Что у нас дальше? Смотрим. У нас Тимбер Соул, который не собрал практически ничего. Смотрим Мирану. Мирана с Аганимом, Мирана с Блинком. Ну да, сигнатурка довольно стандартная. И вот этот вард, он здесь стоит. Ну вы же видели, куда его поставили. Ну почему бы не задевардить? Ну, парни, ну это вообще не серьезно. Я попингую, конечно, но этого никто не увидит, потому что я же в режиме просмотра. Смотрим, что у нас у ДК. ДК себе БКБ собрать не может. У него есть Блинк Даггер, у него есть Армлет, но нет БКБ. А тем временем, абсолютно спокойно, топчик тима Fallen Ghosts забирает Рошана. Никаких проблем, абсолютно проверенный Рошан. Ребята никого не боятся, никаких вардов. Ну, их тут, конечно, нет, будем честны. Но они не боятся. 27-10, преимущество в 10 тысяч голды. 10 тысяч голды, 10к, вот настолько лучше Магнус играет, чем вся остальная тима мяса. Даже топчиковый мидер. Вот такие вот дела. Все очень плохо. Все очень плохо, парни. Да, я вижу, что люди начинают уходить с трансляции, потому что исход уже понятен. Исход уже понятен. Ну, Team Mesa поборолись, попытались. И все. Все очень плохо. Опыт в минуту. 843 опыта в минуту против среднего опыта. Я даже не буду средний опыт считать, все очень плохо. Но Dragon Knight наконец-то выформил БКБ. Я вот, кстати, не сильно понимаю Dragon Knight в кэрри. Ну, типа, про игрока может, типа, понятнее. А мне нет. Dragon Knight прекрасный танк, у которого очень много брони. Но вот как совсем абсолютно кэрри, который там люто дамажит с руки, он мне непонятен. Да, у него есть дисброня, у него есть контроль, он... Ну, вот... В лете нет, абсолютно нет. Акс врывается. Акс ворвался к насчету одного. Но тут уже Аганиму Варлока, РПХа. РПХа минус 2 уже. Сейчас будет минус 3. Еще один РП. Даже никаких проблем. Акс забайтил. Хекс. Ну, Мирана ускакала. Все, минус 4. Изи минус 4. 11.31. Как котят. Вот, абсолютно. При всей моей любви к котятам, здесь котята — это не положительная мера. Магнус все решил. Магнус, который собрал. Магнус, который нафармил. Напоминаем, общий нетворс 22к голды. На 3, ну, 12к голды больше, чем вражеский мидер. Отличная игра от Fallen Ghosts. Байбек от Неона. Неон хочет, видимо, прилететь и поглумиться. Огр. И писка. Ну, если что, я это читал ник Огрмага. Смотрим, что происходит. Было на самом деле очень мало попадающих стрел, очень мало свапов. Но с другой стороны, им не дали возможности это все сделать. Ну вот вообще, просто задавили в зародыши. Фармили, то есть два перевернутых тимфайта Магнусом, и дальше все пошло как по накатанной.
Минус, минус. Я даже комментировать этот разрыв не хочу просто. Зачем Венга развернулась, пошла туда? Что происходит? Ну и Миранка, которая успевает ускакать. Ну давайте посмотрим графики. Ну вот это безумный разрыв. То есть до 10 минуты все шло ровно. А потом перевернутый тимфайт и все. Один тимфайт был выигран. То есть там минус один, по-моему, сделали и ушли, не умерев. Это ГГ, парни, это ГГ. Третья карта остается за тимой Fallen Ghost. Fallen Ghost проходят в полуфинал. Я скажу, Fallen Ghost немножко оптимистичные ребята. Они уже говорили, что вот надо бы нам зашафлить турнир, чтобы им попалась интересная тима. Да, это уровень, но, блин, выигрывать у таких врачей, как мы, типа, такое себе. ГГ, все, трон упал, Fallen Ghost побеждает. Уверенная победа. Поздравляем. Ну и удачных игр дальше. Мы будем следить за вами, парни. И комментировать. Следите, комментировать. Ну, не очень игра. Вот с тем мясом. Саппорты 0.93, 0.94, которые абсолютно не раскрыли свой потенциал. Остались без итемов. Некомфортно им было играть. В отличие от Варлока. Варлок, мать его, решает. И Леона, да, Леон тоже хорош. Я, например, Леона абсолютно не умею играть. Абсолютно сложный и непонятный для меня персонаж. Давайте посмотрим, что тут по времени. 18.40, 20 минут до следующей каточки, ребята. 5.9.3. Ну, я считаю, Тимбер хорошо сыграл. Ну, он реализовал моменты. Потом это уже безумие абсолютное началось. ДК сыграл настолько хорошо, насколько это было возможно. Мирана тоже. Сложно сказать, где упущения. Упущения были в отсутствии девардинга. То есть, ну, как-то варды противника игнорировались. Но, опять же, это мне отсюда сейчас хорошо. Это видно, так сидеть, анализировать. У Fallen Ghost, конечно же, Магнус. Магнус хорош, безмерно хорош. Батя просто. Вот парень, который тащит. Сларк, у которого все поначалу не задалось, но не зассал, подошел, зафармил. Все прекрасно. Отличная игра. Акс. Врывы по делу, контроль по делу. Тоже хорош. Варлок, я, если честно, не помню ни одного. Ой, как смешно, мусор. Эх, что же вы все такие агрессивные, ребята? Ну, просто хорошая игра. Да, какая-то команда сильнее, какая-то команда слабее. Ну, зачем такую яркую негативную окраску всему этому? Ну, я понимаю, что у вас там тестостерона слишком много в крови, там тёлочки не дают, все дела. Ну, зачем? Зачем такое писать? Зачем такой негатив? Ну, важна эта игра, важно фаниться. Ну, да, да, Fallen Ghost оказались сильнее, но так это им плюс. Это не значит, что там кто-то мусор или не кто-то мусор. Ну, зачем оскорблять людей? Ужасно, ужасно. И я даже подозреваю, что это один из команды Fallen Ghost говорит, хотя я не уверен в этом. Ну, неприятно, ребята. Честно скажу, неприятно. Таких людей никто не любит. Не, неприятно, непонятно, зачем так делать. Так вот, возвращаясь к нашему разговору. Отличная игра. А вот Fallen Ghost. Не очень хорошая игра от Team Мясо. Но в любом случае это не 1.35, которые были на старте. Скажу так. Поэтому я считаю, это большой прогресс. Была интересная игра. Team Мясо выиграли пару каточек. На, по-моему, всего 3 катки за турнир. Это был короткий турнир для Team Мясо. Такие вот дела.